На форуме в Сочи власти Анапы предложат инвесторам реальные перспективы. 26 сентября – первый день этого главного экономического события на Кубани. Администрация Анапы подготовила к 12-му международному инвестфоруму «Сочи-2013» 26 бизнес-проектов, максимально прозрачных, обеспеченных земельными участками и подкрепленных гарантиями властей по оказанию поддержки в их реализации. Среди проектов – реконструкция морского порта Анапа, общий объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей, этнографический парк за околицей. Проект на 186 миллионов рублей. Комплекс будет стилизован под казачью станицу и русскую деревню. Площадь 100 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс «Усатого балка», застройка многоквартирными жилыми домами, коттеджами на 2 семьи дуплексами и таунхаусами. Общая площадь 18 тысяч квадратных метров. Сумма инвестиций 460 миллионов рублей. Еще один проект – развитие территории агрофирмы «Кавказ». Парк развлечений 6 континентов. На площади 89 гектаров строительство Диснейленда в Анапе. Стоимость первого этапа составляет более 2,5 миллиардов рублей. Основные мероприятия на форуме начнутся 27 сентября. Глава города Сергей Сергеев подпишет несколько крупных инвестиционных соглашений, а также проведет несколько переговоров об инвестициях в наш курорт.